Уважаемые товарищи, до проведения 6-го Всебелорусского народного собрания остается совсем немного времени. Интерес к нашему форуму большой, что налагает на нас особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны его провести на самом высоком уровне. Об этом уже говорилось не единожды. Во-первых, на тему сегодняшнего разговора. Необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов. Более того, это представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов отдельных регионов. Также будут приглашенные и гости. Здесь люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. Они приехали к себе домой, в столицу нашей Родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания. Необходимо взять на постоянный контроль соответствующим службам все эти вопросы. Второе. Нам надо эффективно использовать формат форума для решения наиболее актуальных вопросов. Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий, как я уже сказал, и социальных статусов. За ними тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого. Весь спектр мнений, которые есть сегодня в республике по самым разным вопросам нашей жизни. На злобу еще раз повторюсь. Тут некоторые, прежде всего, беглые и прочие, так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит нелегитимны. Но, во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве, ну, кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали, так же? Мы только гостей приглашаем. Гостей из-за рубежа. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочее, кто рядом с ними. Во-вторых, это я уже повторяю, они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Но если вы его бойкотируете, что вы рыдаете? Вы объявили бойкот, бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести форум за межа. Ну проводите. Проводите за межа форум. Никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, в Литве и проводите. Накануне собрания надо еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы. В областях прошло обсуждение основных направлений программы социально-экономического развития и ряда других вопросов, которые люди выдвинули, как я понимаю, на диалоговых площадках. Должен сказать, что хорошо, на месте организовали эти вопросы помощники президента, уполномоченные по областям и особенно губернаторы. Собрались делегаты, будущие участники Всебелорусского народного собрания и обсудили эти вопросы. 2500 человек и приглашенных, и гостей. Ясно, что все там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона, это было сделано правильно. Это непосредственно помогает почувствовать пульс жизни на местах, глубже погрузиться в суть проблем и таким образом обеспечить максимальную взвешенность и обоснованность будущих решений. Должен сказать, что мы принимаем обычно резолюцию Всебелорусского народного собрания. Это концептуальные будут положения. Там не будет мелочевки. Мелочевка в программе. Программа экономического развития и социально-экономического развития, она более конкретна. Резолюция обозначит основные направления движения нашей Беларуси к определенным целям. И, конечно же, людей интересуют разные вопросы во главе угла всех вопросов экономика. И насущные вопросы жизни людей. Как обычно, ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и так далее и тому подобное. Рабочие места, заработная плата и так далее.
Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня не безразличны к судьбе страны. Особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство. Через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть конкретно себя. Конкретные вопросы, которые его будут волновать. Ну, допустим, если мы будем обращаться к расхожему вопросу продажи госсобственности и приватизации предприятий, должен быть конкретный ответ на этот вопрос, чтобы люди понимали, или их завтра будут продавать с молотка, или же они будут работать на этих государственных предприятиях, и гарантия, что они будут под контролем государства, и гарантия, что их дети могут там работать. Понимаете, казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий, но человек через это поймет, они будут государственными, это гарантия, что он будет там работать. Или будет наоборот прописано, с молотка продадут, что делать? Люди должны понимать, что вот наши основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра. Это главное, о чем мы прежде всего должны думать, принимая те или иные решения.